это было поручение Алексея Леонидовича, такая машина была приобретена, и сегодня Екатерина, я надеюсь, на ней уедет домой уже. Ну и она на самом деле очень довольна, а мы довольны, что на самом деле в семье появился такой новый член, который будет помогать во всех домашних делах. Мама будет у нас более свободно ездить куда хочет и возить с собой сколько хочет. Так что большое, конечно, спасибо, что нас заметили, отметили, что подарили действительно то, что нам надо.